Превозлюбленная моя, смеющийся лик, молва о твоей прелести обошла весь мир. Ах, что за красота, что за лик, что за улыбка. Я спрошу, как может аромат волос быть столь пленителен? Этот цвет, этот блеск, эти локоны. Дивный аромат этот запланил мой разум. Есть ли равный ему, столь же нежный, столь же томящий? В моих глазах не хватит слез, чтобы вместили твою красоту. Ни в реке, ни в горном потоке, ни в целом море. Мухиби, бедный, словно потерял разум. Пусть будет так. Сколько страсти, сколько силы. Я Александра Роксолана, рабыня, которую продали во дворец османского правителя. Рабыня, которую везли через реку Днепр, через Черное море. Рабыня, потерявшая своих мать и отца, сестру и брата, всех, кого любила. Александра, что, окруженная огромными волнами, молилась о том, чтобы умереть и воссоединиться с родными в раю. Александра, в 17 лет познавшая великое горе и подлость мира. В один день повзрослевшая на 1000 лет, отказавшаяся от жизни. Несчастная, одинокая Александра. Я Александра Роксолана. Я никому не говорила о своем горе, ни с кем не делила его. Я вырвала его из себя, выплеснула в море, где его забрали волны и унесли прочь. На все, что причиняло мне нестерпимую боль, я отвечала смехом. Я лила слезы лишь по своей семье. Я пошла вопреки судьбе, превратив девушку-рабыню в могущественную госпожу. И вот я там, где навсегда изменилась моя жизнь и судьба. Во дворце султана Сулеймана. Этот дворец, который сначала я хотела сжечь, нынче служит мне домом, родным очагом. Могла ли я знать, что мое сердце, когда-то замиравшее от жажды мести, вновь будет биться от любви? Я Хюрем, рабыня султана Сулеймана, его наложница, его госпожа, мать 5 его детей, его законная супруга Хюрем, его нектар, смысл его существования, его возлюбленная, его сияющая луна, его самый близкий друг, знающий его тайны, первая среди красавиц Хюрем. Я Хюрем, счастливая мать Мехмета, Михримах, Селима, Баизета и Джихангира. Хасаки Хюрем Султан. Дети мои, я дала слово себе и вам. Я поклялась. Я обещала, что придет день, и передо мной преклонят колени все, перед кем прежде склонялась я, чтобы целовать подолы их платьев. Этот день наступил. Всем моим врагам, которые принесли мне столько горя, всевозможные муки и тяготы, пришел конец. Теперь пусть трепещут, ибо я отравлю каждый их вздох. Я обращусь в огонь и обрушусь на них.
буду править миром. Режиссеры Ягмур Тайлан и Дурул Тайлан. Продюсер Тимур Савджи.